Итак, ребята, мы продолжаем. Что-то надо было просто забрать его душу. О, следующий уровень. Новый. Что ж ты такой? Умирать не хотел. О, вот то, что умирать не хотел. Я не знаю, знаете, просто с одной стороны. Вроде как, пока что все просто, но при этом мне интересно и весело. Как-то не в последнее время я обленился, да он именно сказать, что я даже не рад не то, что я расслабился, а именно обленился, потому что мы не можем никак зацепиться за эту штуку. Именно обленился, потому что, скажем так, хочется поиграть во что-то не напрягающее, мне смотрю сериалы, ну, я не имею в виду Дом 2, там, не знаю, какой-нибудь... Наши романтические сериалы, я имею в виду, я смотрю, к примеру, «Демоны да Винчи», «Викинги», такие сериалы. То есть, хорошие сериалы, интересные, экшен. Не, ну, конечно, я не говорю, что мелодрама неинтересна, кому как. Мне не особо, на самом деле, не особо. Знаете, элемент романтики — это хорошо, но сводить все к романтике, ну... Как по мне, немного ограниченный подход. Ну, опять же, зависит от аудитории. Я не думаю, что все... Ну, конечно, опять же, я не думаю, что все ваши мамы, например, будут смотреть, не знаю. Моя мама стала бы смотреть какие-нибудь экшены. Ну, не знаю, конечно, но я думаю, что вряд ли. Хотя, как, на самом деле, есть разные люди, которые смотрят то и другое, пятое, десятое, третье. О, попользоваться. Это что? Это книга из Гарри Поттера, которая будет злые страницы бросать. Что, похоже вообще? Да, эта книга еще тут. Вообще похоже, Гарри Поттер из Узника Азкабана книгу выкрали. Джоан Роулинг вполне может права затребовать, потому что эту книгу ее украли. Ну, ее книгу, ну, вы поняли. О, ведьма. Что-то высоковато, нет? Вот так вот нормально. Я думаю, может я выдвину подальше, я хочу пройти туда. Тут столько проходов на самом деле. А, ну мы проверили. Вниз, внизу колья. Хорошо, вниз больше ходить не буду. Я понял. Мне долго объяснять не надо. Я вообще, я быстро схватываю, ребят. Я очень быстро учусь. Очень быстро начинаю понимать, так сказать, что к чему и как. Когда как вообще? Бывает, что и не очень быстро, но... В общем и целом, я довольно быстро схватываю. Мне не нужно долго, так сказать, например, объяснять, типа, что и как работает. Я быстро все понимаю. Знаете, меня это радует. Есть люди, которым нужно объяснять это очень подробно и детально, но несколько раз, чтобы они поняли и запомнили. Есть такие люди. Но, опять же, не все. Я, слава богу, не из их числа. Иначе бы я никогда не снимал все эти прохождения. В принципе, некуда прыгнуть. Ну, давайте прыгнем.
Ладно, давайте повторим. Потому что точечка очень пытается нам просто намекнуть на то, что да-да, ты там, где нужно. Я знаю, что мне нужно развернуться и пойти в ту сторону. Так можно сделать. А, или нет? Я плохо просто понимаю, куда эта точка указывает. Если честно. Если я выйду тут, что будет? Мне, наверное, опять укажут в обратную сторону идти. Так и есть, кстати. Наверное, сдвинуть что-то нужно, или типа того. Чтобы вперед продвинуться. Ладно, давайте пройдем еще туда. Второй раз, так сказать, посмотреть. Блин, эта книга вернулась. То, что я упал на поле, все такие несколько теперь. Теперь я просто думаю, как это использовать. Я так высоко нам не запрыгнул. Ну и как же нам забраться? Потому что идем мы правильно. Вопрос лишь в том, как добраться туда, куда я должен добраться. И это я прочел. Не, без понятия.